Заткнись! А кто еще придет? В смысле? Ну, вечеринка, где все остальные? Так в этом-то и весь кайф, только мы вдвоем на старом добром мальчишнике. Давай, чувак! Тебя я тоже взял. Разве это не лучшая ночевка на свете? Что это был за звук? Что? Этот ик звук. Я икнул? О боже, чувак! Ты одержим! Чувак, я просто икаю, в этом ничего такого нету. О боже! Что? Внутри тебя живет демон! Как-то раз я видел такое на канале истории. Однажды жил человек, звали его Эбенезер Сплудж. Он жил в больших Канзасских горах со своей красоткой женой Пенни. Они были счастливы, и в удаче у них было, хоть отбавляй. Но один день Эбенезер и Пенни выпили самогон, который бодяжили в туалете. Они начали, по их мнению, икать. Но они ошиблись. Ох, как ошиблись. Понимаешь, дело было до видеоигр и всего такого. Так что икание было единственным людским развлечением. Но веселье переросло в болезнь. Смертельную болезнь. Икание становилось все сильнее и сильнее. Потом началось самовозгорание. Потом слепота. А потом самое страшное. От этой части у меня до сих пор мурашки по коже. Что случилось? Не знаю. Мне стало скучно, я переключил канал. Но когда я переключил его обратно, они все были мертвы. Боже мой, чувак, ты должен мне помочь. Я знаю подходящего человека. Hey, спасибо, что пришли так быстро, доктор... Виолачлен? Без проблем. Вы вправду думаете, что экзорцизм — это единственный вариант? Да, именно так. О, это будет так классно! А ну вали отсюда нахрен! Ну я хочу посмотреть! Я не могу заниматься экзорцизмом рядом с долбанным шаром для боулинга! Быстро проваливай! Ладно! Окей, моя методика очень опасна, мне нужно, чтобы ты слушал меня очень внимательно. Чтобы убить демона, мне нужно убить себя, чтобы мой дух мог с ним сразиться. Так что после того, как я убью себя этой таблеткой, мне нужно, чтобы ты дал мне этот антидот через 5 секунд, иначе я умру. Понял? Окей, поехали. 5 секунд! Давай! Простите, что? Были мне это в рот! Вот, блин! Не могу поверить, что я смотрю на бездвиженного и безжизненного велочлена. Это была моя первая встреча с велочленом. Что будет делать мир без велочлена внутри него? Покойся с миром, старый волосатый велочлен. Блин, велочлен уже начинает вонять. Надо его убрать отсюда. Я беру за голову, а ты бери его прибор. Ладно, что? Что? В общем, я договорился еще с одним человеком, он из моей семьи и экзорцизмом увлекается, так что все должно быть в порядке. Спасибо, что пришли так быстро. Да. Так и нету проблем, ребята. Так и пойдем в твою комнату. Окей. Все закончится быстрее, чем ты думаешь. Удачи! Чувак, моя икота прошла! Зашибись! Такие очень храбрый молодой человек. Большинство юношей сильно кричат при обрезании. Вы имеете в виду экзорцизм? No,